Здравствуйте, Сергей Михалков, басня «Заяц и черепаха». Однажды где-то под кустом забила зайца лихорадка. Болеть известно, как не сладко, то бьет озноб его, то пот с него ручьем, он бредит в забытьи, зовет кого-то взглядом, стучило тут ему наткнуться черепахе. Вот заяц к ней: «Голубушка, воды! Нет сил моих подняться, кружится голова, а тут кругом подать пруды». Как черепахе было отказаться? Проходит час, за ним пошел другой, за третьим начало сверкаться. Все черепаху ждет косой, все нет и нет ее. И стал он вдруг ругаться: «Вот чертов гребешок, вот костяная дочь, попутал бес просить тебя помочь. Глоток воды, поди уж сутки жду». «Ты что ругаешься?» Трава зашевелилась. «Ну, наконец, пришла!» Вздохнул косой, явилась. «Да нет, косой, еще туда иду. Я много черепах имею здесь в виду. Нам помощь скорая нужна в делах, но горе, коль она в руках у черепах».